Сегодня мы целый день работаем в студии и, конечно, не можем не показать центр управления той самой студии. Отсюда мы выходим в прямые эфиры, здесь проходят записи программ, и когда люди думают о телевидении, они представляют его именно так. Нету друга режиссера, микрофон надевайте сами. Золотце, говори. Подводка номер один. Давай. Умница. Добрый вечер. И это не простые слова. Ведь если вечер, но... Ксюша, привет. У нас, у редакторов, всегда есть право на ошибку. Это нужно перечитать, перемонтировать. А у тебя, ну, такого права, наверное, нет. Ты сапер? Практически да. Это мое рабочее место, мой любимый пульт. Обожаю его. Иногда даже вижу в своих снах, в страшных снах. Это как? Например, пульт без надписей. Кнопки есть, надписей нет. И что мне нажимать в следующий момент? Какая передача? Шок. Я выдаю прямые эфиры, и действительно права на ошибку порой нет. То, что я понажимаю, то увидит наш любимый зритель. Поэтому стараемся работать без косяков. Я слышала очень такую интересную историю, когда ты была на больничном. Да, и мне 2 недели я не работала, но в снах снился любимый пульт. Я во сне кричала «Запуск!» Это команда моему выпускающему. Спасибо. Отлично. Махни, Валерий Михайлович, пишем. Волосики поправь. Наш нон-стоп телемарафон продолжается, и прямо сейчас мы заглянем еще куда-нибудь.